У нашей малышки предстоит фотосессия, и срочно нужно нарядное праздничное платье. На помощь к нам придет небольшой отрезок кружева и старая футболка. Да-да, подарим вторую жизнь старым и ненужным вещам. Определяемся с длиной и вырезаем отрезок нужного размера. Это будет юбочка. С помощью нитки делаем сборку обметочным швом. Затем сшиваем боковую сторону. Теперь приступаем к верху нашему платья. Для этого берем выкройку с предыдущего видео и накладываем ее на ткань. Вырезаем и обрабатываем края с помощью клея. Теперь нам надо отдекорировать верх нашего платья кружевом. Отрезаем небольшую часть и приклеиваем кружево с помощью клея. Сшиваем плечики платья и приступаем к украшению низа нашей юбочки. Для этого берем кружево и делаем сборку и пришиваем. Осталось сшить между собой верх и низ нашего платья. Ну вот и готово наше очаровательное праздничное платье. В нем наша малышка выглядит очень нарядно. Теперь вперед на фотозону за милыми фоточками.